Еще пару лет назад здесь, в поселке Вакжаново, о водоснабжении слагали легенды, потому как ежедневно в определенное время подъезжал грузовик с водой, и местные жители, наполняя канистры до бидона, несли их домой. Сегодня же жители улицы Тухачевского начинают расстраивать свои дома под кухни, туалеты и ванные комнаты. Программа развития отдаленных районов наконец-то добралась и сюда. До нас наконец-то дошла цивилизация, скажем так, да? Ну, без воды мы знаем ни туда, ни сюда. А сейчас у меня решились все проблемы. Ну, бытовые абсолютно все. Угу. Поэтому я очень довольна. Вода постоянно бесперебойная, всегда горячая, не ржавая. Бесперебойная, да. Никакой. У нас очень хорошая вода. Можно из-под краника пить. Магистральная труба водоснабжения пока что охватывает примерно 40% всего поселка. Только в этом году на 60 миллионов удалось подключить 4 улицы. До конца сентября воду получит еще одна. Постепенно приходим к тому, чтобы в каждую уголок, в каждую улицу мы подтянули воду. Сегодня вот касаемо этой улицы, вот Тухачевского, мы пошли по пути, что не ставим уличные водоколонки, а люди начинают заводить воду к себе домой. Здесь и водоканал идет навстречу, то есть где-то и по льготной стоимости он подключает. Несомненно, будущее развитие водоснабжения будет зависеть от финансирования. Тем не менее, работа в этом направлении будет продолжена. Баир Цыдыпов, Жаргал Цериндашиев, новости дня.